Свадьба 32-летней Ксении Бородиной и ее возлюбленного бизнесмена Курбана Омарова состоится уже через несколько дней. Несмотря на то, что для телеведущей это уже второй брак, Ксю решила как следует проститься со свободной жизнью и погулять на девичнике. Однако ожидания подружек Бородиной хорошенько повеселиться не оправдались. Ведь, по слухам, Ксения беременна, а значит, никакого алкоголя, стриптизеров и танца на столах. Зато петь в караоке девушкам никто не запрещал. Но прежде, одетые в одинаковые белые майки и фату, подружки невесты отправились расслабляться в спа. А уже после пешком дошли до караоке-клуба на Арбате, где продолжили танцевать и петь хиты Успенской и А-студио. Свадьба Ксении и 36-летнего бизнесмена из Дагестана состоится уже на следующей неделе. Все подробности грядущего события ищите в программе «Руновости» и, конечно же, в инстаграме Бородиной, ведь свою личную жизнь Ксения пиарит вдоль и поперек.